Сегодня у нас прям такая спецоперация будет. Один человек, он... Я не знаю, как мы не задохнемся, только будем привозить его. В общем, нужны ему документы, и он болен, у него уже по-мужски там совсем тяжко. И вот купил ему одежду, штаны, брюки, носки, белье, ну, в общем, все новое. Сейчас поедем его переоденем. Потом в паспортный стол поедем ему документы. Ну, там отпечатки, чтобы восстановить ему документы. У него, по сути, и паспорта не было никогда. И поедем потом еще отвезем на один приход, где там присматривают именно за такими вот и пожилыми, и нуждающимися. Такой приют есть при в храме одном. Ну, понемногу, наверное, покажу вам дела церкви. Сейчас подождем, пока тебя примут. Да. Че, болит, не? Болит. Или фамилию можете писать? Здесь у меня со звуком еще проблемы были, но я, в общем, рассказываю, что мы еще его покормили. Ну и страшно, честно говоря, запах, все окна открыто, едем. Приехали мы в соседний хутор, где другой батюшка будет уже снимать при храме. Запах сейчас просто плохо. Ну, в общем, мы его разместили. Наши дальнейшие действия, пока за ним там поухаживают, обмоют, будут кормить. Мы занимаемся документами его. Как только хоть какие-то документы мы сделаем, дай бог, паспорт сделаем, тогда уже мы его определим с Божьей помощью в дом для пожилых и инвалидов, где будет за ним постоянный хороший уход. Вот так вот церковь трудится, помогает людям. Это один из сотен случаев, которые, по сути, можно так вот ради славы Божией осветить. Храни Господь.